Столу. И Алексей Михайлович, широкая душа, настоящий испанец, соглашается играть и с Михаилом Васильевым. Один сет до 3 очков. Это моя стандартная шутка, которую все любят и ценят. Так, 0-0. Поехали. Алексей Михайлович на мокром месте, на самом тяжелом. 1-0. 0-2. Темно, освещение ни к черту. Михаил все же сделал для победы. По-моему, 0-4. 0-3. Сухой. 3-1. Ой, не сухую, да. 3-1, сухой не будет, да. А-ха-ха, 3-2. Михаил доволен, мы тоже. Бурроны сравнивает счет. 3-3. Три четыре. Ой, ё-моё. Смотрите, мы сейчас бегалы подбили. Подожди. 5-3, болбоя нет, он стоит за столом с противоположной стороны, пытается сопротивляться Алексею Михайловичу. 5-3. 6-3. 3-3. Супер розыгрыш! 3-7, Михаил на подачах. Ой-ой-ой. 3-8. 8-4, 9-4. Какая подгрузка. 10-4, матч-поинт, 4-10. А, нет, 9-5, я не так посчитал, это хорошо, Михаил, есть шанс 5-9. 6-9. 10-6, матч-поинт. Да, 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 блестящие перестрелки, хорошо держат наши ребята мяч, хорошо, но хуже, чем Алексей Михайлович. Михаила ручки пожать! Михаил Васильев, Алексей Михайлович, Емельянов и Сан Саныч, конечно. Да, обязательно. Да, нехорошо играть.